Друзья, всем приветик. В общем, итоги по поводу кроликов и вот этой крольчихи. Кролики все у нас погибли, не удалось спасти. Мы забирали двоих, но решили покормить с пипетки, но так и не получилось. Они уже были никакие, так сказать, не замерзли, я так думаю, в самом начале. Хоть мы и грелку подкладывали потом. В общем, что я решил? Сейчас эту крольчиху я сведу. И у нее есть один шанс, чтобы показать себя достойной, хорошей, любящей матерью. Если этого не будет, то догадываетесь, наверное, что будет. Так, Марусенька, да, я сейчас вот эту вот крольчишку возьму. Идем. Вот она какая огромная. Я не за уши беру, я за придерживаю уши и шкирку. Да, вот сейчас мы посмотрим, что будет. И, кстати, друзья, в одном из прошлых видео мы просили наших дорогих зрителей помочь нам с выбором имени для нового кролика. Предложений было много и все интересные. И мы решили методом жеребьевки выбрать одно из наиболее понравившихся. Всем спасибо за участие. Итак, его имя... Хосе! Его зовут Хосе! У нее теоретически должна быть охота. 30 дней прошло. После первой случки. Ну как первой? Не первой, но после случки. Сейчас посмотрим. Ой, она его гонять начала. Посмотрим. Ага. Ладно, малыш. Погоди. Вчера, кстати, ловил майских жуков. Вот мы курочкам дадим. Сейчас, Марусенька, подожди. Эх, уберу-ка я тебя, пожалуй. Не хочешь? Так, давай курочкам сейчас дадим. О, еще один вон топчет. Видите? Застукали мы. Тихо. Молодец. На тебе петролиум. Ладно, кто успеет. Видите, как они любят жука. Кто? А, вон бегает. Вон убежал. Фига у них тут бега. И встать-то не может нормально поесть. А я быстрее их могу бежать. Так ты ешь хоть. Как курица, а. Вот курица есть, курица, а. Ёлки-палки. Такие прикольные тоже. Она еще склевать-то не может. Ну-ка посмотрим поближе. Подойдем. Эй! Чё, всё? Сжучила? Ну ничего себе ты! Курочка, целиком! Высоко. Или не сжучила? Жучила, смотри-ка, всё? Нет? Курочка, это не да и мне интересно. Высоко. Вот так. Так, ребята, я так думаю, сейчас надо попробовать еще самочку. Вот эту вот. Нет, вот эту. Она тоже сопротивлялась, как-то сажал. Что-то подобное было. Да, нет. Вот эту мы ждем, когда она окролится. Но она вот-вот должна в течение недели. Ой, еще одна бегает. Ух, какая тоже. Ух, тоже вон какая огроменная. Иди. Посмотрим, как у этих сейчас что выйдет. Ну, блин, опять такая же. Не хочет. Опа, поймал. Ой, ты-то хоть что, молодушка? А?
Странные вы, странные, ребятки. Все равно добьемся своего. Так. Ну, сейчас попробуем другую. Давай. Как раз ее очередь. Давай я теперь очередь. Да я тебя возьму. Вот это белый великан у нас. Гусыня ее зовут. Она не такая большая. Ну ладно. У нас мясо микс будет. Ой, как. Кунг-фу еще то. Ух ты, какой прыжок. И этот-то тоже сопротивляется. Что-то ты удивляешь меня тоже. Ну что, осталось еще здесь у нас. Нет, это беременная, эту ждем. Эту ждем. А вот это вот как раз с одного хозяйства. Она уже тоже подросла, тоже девочка. Тоже без имени. Вот она, калифорниечка. Калифорниечка, тоже американочка. Вот, но она, в принципе, уже готова. Ей сколько, 5 месяцев было на то время мы брали. Сейчас ей месяцев 6-7, сколько, надо посчитать. Вот тебе, мадамка. Посмотрим. О, подставляет. О, красавцы. Молодцы. Я хочу маленьких крольчат. Ну и Маруся, мы тоже хотим. Вон как порадовались недавно. Как вышло. Как подвела самка. Даже не ожидал. О, да кстати, я сейчас ее сюда и посажу. Беленькую. А ту самку переведу. Здесь гнездовье уже будет подготовленное. Он бедный устал носиться, бегать. За 4 бегал. Ну, сердце, наверное, бьется. Ой, вот, разлегся. Он спать хочет. Да не спать, он хочет отдохнуть. Вон, зевнул он даже или что. Они разберутся, они знают, что делать. Молодцы, ой, молодцы, как им хорошо-то, а? Кролики есть кролики. Так, все, ребята, сейчас я пересаживаю вот эту самку на место вот той блондинки. О, кстати, давайте ее блондинка назовем. Так, а вот эту самочку мы пересадим на место блондинки. Так. Ой, 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 побежала. Все, местечко твое другое. Открою, папа. Тебе побольше. Не, здесь не надо открывать. А где надо? Сейчас, погоди, нам надо выловить вон ту самку. Ну, в общем, ладно, мы это сделаем. Всем спасибо за внимание. В общем, успешно. Хоть с одной самочкой получилось у нас. У самца. Вот. А может они еще деток сделают? До скорых встреч. Всем пока-пока. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Мы вас всех уважаем, любим. Пока. Всем пока-пока. Пока. 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 Пока.